Добрый день, в эфире радио «Болтком», и сегодня у нас онлайн-встреча. На связи со студией в Москве известный российский кинематографист Зоя Кудря. Здравствуйте, Зоя Анатольевна. Да, приветствую. Эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия» и в сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами из международного клуба «Формат А3». Веду эфир я, Ольга Авдеевич, со мной в студии моя коллега Наталья Захарьят. И сегодня мы будем говорить о русском кино, потому что хорошее русское кино – это то, что объединяет говорящих по-русски зрителей, которые живут в разных странах. И еще раз представляю нашего гостя. Зоя Анатольевна Кудря, автор сценариев таких всенародно любимых фильмов, как «Граница», «Таежный роман», «Курсанты», «Ликвидация», «Адмирал», «Мосгаз», «Палач», ведущая мастерской в «Авгике». И первый вопрос у нас такой датский, скажем, посвященный дате. Так совпало, что ровно 20 лет назад, в декабре 2000 года, состоялась премьера телесериала «Граница. Таежный роман». Вы автор сценария этого фильма. Вот скажите, а в чем, на ваш взгляд, секрет популярности «Границы»? И что для вас было важно вот в этой истории донести до зрителей? Важное было самое главное. Мы с большим удовольствием писали сценарий, с большим удовольствием снимались. Актеры, вот это все, все как один так говорят. И никто не думал ни о какой там, что мы что-то там завоюем. Мы просто все в удовольствии работали. Я написала этот сценарий, ну, для себя сейчас, я считаю, в рекордные сроки, за 3 недели. Ну, там так надо было, иначе мы бы не успевали, и нас бы закрыли, и мы бы даже уже ничего не увидели, не услышали. И вообще, граница – это главное. То есть это все у нас, нас спас Константин Львович Эрнст. Потому что нас, в принципе, закрыли, сказали, что такой армии нет, и вообще такого нет. И только Константин Львович сказал этому проекту быть. И мы мгновенно... Мета вообще даже не имела, ему дали такие катастрофические сроки, за 2 месяца все снять. И мы все это сняли. Я никогда не видела, чтобы актеры с таким удовольствием снимались. Это просто что-то было. Это... И главное, мы действительно ни о чем не думали. Мы не думали покорять страну, покорять мир. Мы, как бы сказать, все делали для своего собственного удовольствия. И вот это удовольствие, этот кураж, это я уже потом поняла, когда есть кураж, особенно даже у сценариста, то все получается. И не знаю, у нас это получилось, и мы сами не знали ничего, но хорошо сняли, потом вдруг какие-то нам премии стали давать, мы были тоже весьма удивлены, а потом даже и государственную премию нам дали. Даже у нас, когда нам вручал премию Владимир Путин, то он сказал, что мне все время говорили, посмотри «Границу», посмотри, а мне не было времени. А потом я всю ночь смотрела, еще прокручивала любимые моменты. Зоя Анатольевна, а вот сейчас совершенно буквально закончились съемки фильма, телесериала «Седьмая симфония», и вы среди авторов киносценария. Нам очень интересно, чтобы вы рассказали немножечко об этом проекте. А давайте вот я сначала скажу, я получила совершенно неожиданно среди авторов сценария, потому что весь сценарий был написан мной от начала до конца. И вы знаете, вот есть такая сейчас ситуация, страшная просто для сценаристов. Даже это вроде бы как-то у меня имя есть, и со мной особенно не позволяют такие вольности, но это все произошло. Когда есть воздух, а есть ничего нет, ничего, то вообще охотников писать это нету. Все шарахались от этого проекта, но Гуськов 7 лет уже бредил этим проектом, а он вроде бы как считался моим другом. И я решилась на этот отважный поступок, потому что это было невероятно тяжело писать. А и чуть-чуть поясним, о чем, да, о чем фильм. То есть сюжет – это блокадный Ленинград? Это
репетиция оркестра в блокадном Ленинграде, 7-й симфонии, которая, если вы помните, знаете, она была сыграна так, что Гитлер как раз хотел очень отметить свою победу в Астории, и в этот день сыгралась 7-я симфония, и никакого Гитлера не было. Это вообще такая... Ой, ребят, мне пришлось все читать, все изучать, все это копаться. Это была неимоверно трудная работа, это можно было просто... Как они это сделали? Это невероятно. Я не знаю, что там кот снял. Не знаю, даже не хочу смотреть это. Потому что... у меня просто кровь была в мозгах и на ладони, когда я писала этот сценарий. А потом выяснилось, что там еще каких-то два сценариста. А пойди плохо, на готовый сценарий, что-нибудь там подписать, какую-нибудь фразу и влепиться в автора сценария. Поэтому вот что будет, то будет. Я надеюсь, что кот совсем-то плохо не снимет. Ну, режиссер, который снимает, снял, да, уже снял эту 7-ю симфонию, в принципе, он известен таким проектом, общим проектом, который снимали союзное государство, «Брестская крепость», да? То есть это тоже... Да, конечно. Это его проект. Скажите, нет. Это полный метр. Это было все, но он умеет снимать полные метры. У нас с ним как-то странно мы с ним работали, потому что я писала, вообще никакой реакции от режиссера не было. Я была в шоке, думаю, обычно никогда не бывает такого. Сентенля, а заказ на этот сценарий вам сделал режиссер или? Нет. Есть такой Леша Гуськов. Лёша Гуськов, который, я бы сказала, мой друг, я его как бы в границу тогда привела, и мы с ним дружим. И он просто вот болел этой темой, он лет 7 болел. И он ее пробил на втором канале, мы сходили к Антону Златопольскому, и Златопольский, как бы сказать, дал добро на этот проект. А я дала добро на режиссера Александра Котта. Вот так вот. Скажите, а вы сказали, что вы изучали множество материалов. Вот что в этом процессе вас, скажем, тронуло вот очень сильно, наиболее? Вот вы знаете, когда начиналась репетиция этого оркестра, там было всего лишь, по-моему, 12 человек выживших. А надо было собрать весь оркестр. Как вы сами понимаете, это очень-очень много. И он разыскивал по всему блокадному Ленинграду. Он нашел виолончелистку среди трупов. То есть, когда людей забирали из квартир, их везли там, знаете, даже как такового морга-то не было. Просто была такая узкая улица, и туда складывались трупы. И кто-то ему сказал, что ее отвезли туда. И он среди трупов разыскивал этого человека. И он, ее рука шевельнулась, и он ее вытащил из-под трупов. Вы представляете, вот таким образом он искал людей, оркестрантов. И в каком они были состоянии, это было страшно на них смотреть. Ну, вообще, конечно, о чем, если человек труп, его вытащили из-под 5 трупов, как бы откачали, пытаясь кормить вообще нечем. Это вот маленькая иллюстрация к тому, как он искал оркестрантов. И, конечно, когда они репетировали, вы сами понимаете, они падали в обмороки голодные, но они сыграли, понимаете, они сыграли. И вся страна слышала, как они, блокадный Ленинград играет. Зоя Анатольевна, а вообще вот смотрите, в последнее время эта тема блокады
в кино очень получилось такой востребованный. Вот сначала была эта вызвавшая скандал комедия Алексея Красовского недавно, когда именно сам факт, что комедию о блокаде снимали, многих очень смутил. На московском фестивале «Блокадный дневник» получил гран-при. Буквально на днях вот обсуждали, что Барак Обама в своем твиттере написал, что фильмы по итогам года он составил свой список, которые его поразили, и туда вошла картина «Дыл», да, тоже о блокаде. Вот как вам кажется, почему такой интерес сейчас к этой теме? Ну, во-первых, интерес к этой теме. Мы единственное, на чем мы сейчас живем. У нас одна хорошая победа – это война. Блокадный Ленинград, честно говоря, был не очень всегда, ну, как бы сказать, не очень об этом говорили. А сейчас это... Ну вот кто... Я не знала, не знаю, что там Красовский снял. И даже я «Дылду» прочитала, сценарий прочитала и сказала, я смотреть это не буду. Ну не хочу просто. Вот не хочу и все. Я иногда так думаю, что когда мне сказали, что я «Седьмую симфонию» написала, как бы старомодную, я думаю, ну, наверное, там они очень хотели, чтобы... У нас было парочку геев в этом симфоническом оркестре. Вот тогда он у нас сразу заиграет. Я, понимаете, я не знаю. Но это всегда вечная тема, вечная. Ну, то есть спекуляции на этой теме недопустимо, да, на ваш взгляд? Не, ну, наверное... был там, знаете, я там много и людей ели, и люди ели друг друга, но я бы не стала об этом писать и не стала бы. Все-таки это совсем другое. Зоя Анатольевна, а вот вы говорили о том, что во время съемок «Таежного романа» все были охвачены таким общим куражом, и вот то, что сейчас вы рассказываете о том, что над «Седьмой симфонией» появились какие-то дополнительные еще киносценаристы. А насколько вообще автор сценария имеет доступ к съемочному процессу? Имеет ли он какое-то влияние? Может ли он как-то вмешиваться? Он имеет, если очень сильно начнет проситься сам на эту съемочную площадку. Более того, какие-то договора составляются, где написано было, что без моего разрешения или хотя бы уведомления меня, что есть еще другие... Вы понимаете, работа на 8 серий – это 8 часов экранного времени. Это очень тяжелая работа. И вдруг появляются люди, что они там придумали? Что они там, чтобы заработать какую-то денежку, написали, я не знаю. Я просто не знаю. Вы знаете, такой труд, он попал в какие-то чужие продюсерские руки. Поэтому а у сценаристов, если сценарист вышел вот сейчас, вот такой молодой, поймите, от него даже имени не остается. Не остается ничего от него. То есть у нас... Первый раз, вот, ну не первый раз, уже давно, сценарист – самая такая пропащая профессия. Написал, отдал, деньги получил, а иногда и не получил, и гуляет. Зоя Анатольевна, а вот вы сценарист, которому посвятили книгу. Был такой факт недавно в вашей биографии. Книга называется «Шоколадное настроение». Это сборник позитивных историй. И написали его драматурги и авторы фонда сценаристов «КИТ». Да, это кино, интернет-телевидение. И написано, что посвятили они этот сборник мастеру, творцу миров Зое Кудре. Давайте на обложке посмотрим. Там стоит 1 000 000 лайков. Вот расскажите, что это за история с позитивными историями? Это мои друзья-подруги, мои ученики, которые Наташа... Шумак и Черницкая, которая собирает... Она очень отлично пишет, она умеет хорошие вещи находить, такие интересные. И вот они создали эту книгу, да. Но это, конечно, чересчур. Я была категорически против, категорически. Я могу сказать? Спасибо. Вы считаете, что есть в обществе запрос на позитивные истории, да? А как же? Я сейчас просто вспомню свой проект «Курсанты», который был написан мною.
Это потрясающе просто, и это тоже очень тема войны. И вы знаете, такое было количество откликов, начиная от 13 лет до 80. И вдруг одна девушка говорит, я плакала 3 дня, я вдруг поняла, что мы хорошие. Оказывается, мы хорошие. Понимаете, мы настолько нас всех задолбали, что мы вот просто, ну не знаю, но позитив есть. Я не знаю, у кого его нет. Вот не знаю. Нет, есть позитив. Все. И вообще, я сейчас своих студентов учу. У нас есть такая формула. Свет в конце тоннеля обязательно. И если вы пишете о плохом человеке, вы обязаны искать в нем вот эту искру Божью. И вы ее найдете. Даже в самом-самом плохом. Даже когда я писала «Мосгаз», мне уже потом говорили, Зоя, ну ты там в конце-то напиши, что он все-таки сволочь. Потому что когда он говорит там на суде, говорит, нам жалко его, нам его жалко. Потому что, ну вот мы начинаем уже. Кстати, я сейчас буду заканчивать Черкасова. Сказал, я его породила, я его убью. Не знаю, знаете, вот когда я помню, «Адмирала» начала писать, я пришла на Первый канал, было совещание, 15 мужиков сидят, 15, я одна. Я им говорю, ребята, а вы что, никто не может «Адмирала» написать, да? Ну, вот почему я, женщина, да, причем я не так увлеченно рассказываю, Белочехи, там еще что-то, я говорю, ну давайте, пишите, но кто же вам... Понимаете, я не знаю почему, но вот эти курсанты были также. Я сказала Валере Тодоровскому, Валер, я не могу быть мальчиком 17-летним. А он говорит, сможешь, поселись в барак и начинай. И я стала мальчиком, курсантом. Понимаете, я в принципе, ну что война, ну, война, да. Ликвидация тоже, вот я была написана сюжет. Я не имела права писать сценарий, я имела право писать только сюжет, потому что у меня был эксклюзивный договор с Первым каналом. Я написала только сюжет. Вот. И это тоже был кураж. Это было такого вообще я хочу сказать, когда есть кураж и такое легкое чувство безответственности, хорошо пишется сценарий. Ты вроде никому ничего не должна. Объясняю. Была такая кинокомпания «Дед Мороз», которая совершила сей этот подвиг. Они мне сказали, что надо написать про Жукова, который приехал в Одессу и стал бороться с этими уголовниками. Прям душил их, прям в подворотнях. Я была в изумлении. Сказала, Жуков, который выиграл фактически войну, он, понятно, сосланный в Одессу. И он должен вот заниматься вот этим, как собачьим сердце, там это, кошек душить, что ли. И я начала думать. Вот есть порт Одесса. И вдруг я начала много читать и поняла, что где-то во Львове, в горах, создавался отряд, который готовился к нападению на Россию. Вот Львов, горы, Одесса. А Одесса – это порт, Одесса – это оружие. Вот и все. И ему надо было доставить оружие из Одессы туда. Ну вот и все. Поэтому как только все это сошлось, то сразу сюжет мгновенно выстроился. Мгновенно. И уже Жуков у нас был для больших злодеяний послан. Называется. А то, как медведь на воеводстве. Приехал в Одессу и начал душить бандитов. Ну. А какой из ваших фильмов у вас самый любимый? Какой вам дорог более других? «Охота на изюбря». Это любимый? Да. А это правда. Знаете... Во-первых, сделан прекрасно Абаем Карпыковым, режиссером. Потрясающе просто сделан. Все самые большие актеры нашего
кино, все там играли, снимались. И это был трудный проект. Я прочитала, у меня было на столе лежало 2 справочника по черной металлургии. Вот, я все это выучила. Я недавно его посмотрела, где у меня даже кассеты нет, вообще ничего, диска нету. Вообще ничего нету, ни сценария нет, ни диска, прям пропал все. А как-то я его посмотрела в интернете, я его смотрела не как человек, который писал этот сценарий. Нет. Вот просто вот, и он мне понравился, что редкий случай. Обычно я смотрю, и мне не нравится. А тут понравился. Я люблю этот фильм, потому что он очень много, ну, отражает и мою позицию в жизни. Так что вы его почему-то не назвали. А, кстати, Гусицкий назвал этот проект самым удачным проектом на телевидении. А вот еще интересный факт, что ваш сериал «Курсант» вошел в финал американской премии «Эмми». Да. Вот как вы объясните это? Все-таки и тема такая для американского, скажем, зрителя совершенно не близкая. И вдруг такая высокая оценка. Вы знаете, потом я встречалась с одним драматургом американским, он тоже преподавал в «Амедиа», как и я. Он сказал: «Зоя, два голоса вы проиграли всего лишь. Два голоса, вы шли на первом месте». Ну а что? А почему мы, почему они? Это же общечеловеческая тема. Знаете, когда ты пишешь так, что это понятно и в Африке, и в Америке, и в Европе, и у нас, ну, вот и все. А там же просто ребятишки, которые ушли, ну, и знали, что они... Вот, кстати, это по книжке Петра Тодоровского. Но там была не книга, а такой маленький рассказ на 10 страниц. Вот, и мне пришлось вот это, конечно, все выдумывать. Он... 2 человека с этого курса остались живы. Все, остальные все погибли сразу же. Поэтому, ну как, там же все понятно было. Очень простое. Я вообще считаю, даже если мне сейчас заказали бы сценарий о первобытных людях, я бы его написала. По одной причине. Вы знаете, я вот поняла закономерность. Все отношения человеческие одни и те же. Меняются только обстоятельства, которые во времени. Вот и все. И в этих обстоятельствах начинает работать человек. И если мне сейчас скажут, например... Я же говорю, я адмирала писала, откуда я этих белочехи, гражданской, ой, для меня это была катастрофа, я ничего не знала. Какие белочехи, куда они, какой Колчак этот. Я первый раз писала, когда Колчака 5 серий написала, мне их блестяще приняли, а он чужой мне, он мне чужой. Я никак не могу с ним договориться. Я пошла в церковь, поставила свечу ему, попросила разрешения писать о нем. И вы знаете, чудеса случились, правда. Я вдруг начала спокойно, у меня было 2 контейнера книг, которые я листала, читала, у меня голова уже взрывалась просто. И вдруг я начала без книг все писать. Я поняла, что он меня благословил, он меня просто дал мне эту возможность писать. И я переписала все 5 серий до этого. А до этого, когда я писала, мне такое, что я с памятником разговариваю. Я прям цветы кладу ему под ножи. Понимаете, поэтому очень легко, когда ты начинаешь понимать человека, и ты начинаешь туда внедряться в него. Вы знаете, у меня, ну не все так делают, но у меня простой способ. Я когда что-то сочиняю, я туда ныряю, и там начинаю жить. Все. Я даже знаю, в каком платье ходит моя героиня, какой каблук у нее сломался. Я все про нее знаю, я не все пишу. Но я там внутри живу, и поэтому мне интересна любая эпоха. Она, люди-то все остались одни и те же. Предают, любят, ненавидят. Все то же самое, человеческие отношения. Поэтому для меня это легко. Правда, правда. Для меня нелегко, вот я говорю, охотные зёбры, энциклопедия по черной металлургии. Я должна была это знать.
Поэтому мне пришлось это изучать. А так нет, мне легко. У нас в Латвии живет, и я надеюсь, еще пребывает в здравии, дочь офицера из армии Колчака. Это поразительная история. Она у нас откликнулась и позвонила однажды в редакцию газеты, где мы с Ольгой работали, после рецензии на как раз-таки на ваш фильм «Адмирал». И сказала, что абсолютно ее все представления, которые она составляла по воспоминаниям своего отца, они абсолютно соответствуют тому, что она увидела в фильме. Вот так, такая удивительная, поразительная история. И на несколько раз смотрела фильм, так что наша Латвия тоже как-то частично связана. Я вам сказала, он мне разрешил. Это абсолютно точно. Я когда пришла, села за компьютер, я поняла, он мне все разрешил. Ребят, я в 4 утра закончила этот проект, 12-ю серию. Знаете, я стояла в это время на пригорке, и в меня стреляли. Я так все это поняла. Со мной плохо просто было, когда я закончила этот проект. Потому что вот это к вопросу о том, как ты внедряешься в человека. Ведь ты же с ним, называется, начинаешь жить. Иногда я прошу у них прощения, например, долго не работаю, 3 дня. Я говорю, извините, я вот тут была занята, поэтому вы меня простите. Так что... Вот вопрос... Это жизнь, которую пишешь, она реальнее, чем настоящая. Вы сказали, вам интересна любая эпоха, да? А если мы возьмем вот нынешнюю современность, сейчас, в принципе, наша жизнь похожа на какой-то сериал, и неизвестно, что будет в следующей серии. Вот посмотрите, мы сидим в масках в студии, да, еще 2 недели назад мы не знали, что такой непредсказуемый сюжет возникнет. У вас не возникают сейчас, может быть, какие-то творческие идеи, что-то придумать про коронавирус, пандемию, как мы его победим, что с нами будет. Я уже об этом думаю, но это у меня будет, к сожалению, после того, как я закончу с Черкасовым, когда он у нас помрет. Сегодня уже есть. Да. Сегодня уже есть. Вот буквально 2 года назад Их вообще не было. Наоборот, чем хуже, тем лучше. Отпиши все, что хочешь. Что хочешь, то и пиши. И писали такую муть, такую дрянь писали, потому что, не понимая... понимаете, вот даже я коснусь, допустим, геев, да, это невероятно сложная тема, это невероятно больная тема. Это нужно так аккуратно, даже с любовью писать об этом. Потому что это не просто так вот это все. Но у нас же начинают такое писать, просто жуть какая-то. А это современно, а это модно, а это классно. Сейчас, по-моему, уже довольно серьезно. У нас в Министерстве культуры уже началось это брожение, когда уже будут читать сценарий, когда не будут давать деньги на вот все подряд. Уже даже смотрят. Понимаете, ну, нужно, вот нам же надо всем помогать. Вот мы сидим сейчас закрытые, а ты говори, ты покажи кино, которое говорят, ты хорошая, ты нормальная, ты умная. Ну, сейчас тебе фигово, а потом-то будет лучше. Ну, во мне же все это есть. И я должна выйти на площадку и поздороваться с соседом хотя бы. А вопрос к вам, как к педагогу в ГИКа, крупнейшего кинематографического вуза России, как преподавателю в школе Александра Миты. А какие темы сегодня волнуют ваших студентов, студентов сценарных факультетов? А вы знаете, вот что интересно, мы им не даем... Вот, то есть были моменты, когда я просто говорила, тема у тебя такая-то, вот считай, что я продюсер, и я тебе заказала тему, давай, покажи, какой ты сценарист. Сейчас была вольная тема. И вот у нас бакалавры написали 16 полных метров, еще обучаясь в мастерской. И было поразительно, да, некоторые писали сказки, причем сказки очень хорошие.
А другие вдруг писали о домах престарелых, на такие нежнейшие сценарии, такие, которые просто вот слезы из глаз, так аккуратно написаны. Взаимоотношения родителей. То есть, вы знаете, нормальные темы, никто по голове не стучал и не говорил, а ну давай пиши какие-то современные. И у нас недавно был питчинг, ну мы сами это устроили, сами. И приходили из Министерства культуры, продюсеры, и у нас они отобрали 3 сценария, чтобы почитать их, чтобы, возможно, их снять. Вот сегодня, вы знаете, сессия закончилась, ну, отдыхайте. Нет, они нам не дают отдыхать. Вот после вас я сейчас опять пойду с ними. На коленях встали. Пожалуйста, давайте еще раз позанимаемся. Ну, будем заниматься вот вечером. То есть это будущее российского кино творится, да, под вашим руководством там. А скажите, что вам лично вот понравилось из последних фильмов, сериалов, может быть, что бы вы порекомендовали? Знаете, мне, когда я работаю, я в тишине не умею работать. И поэтому иногда мне лень выключить телевизор, где-то такая фигня идет. Но она идет. И я как-то заставляю даже своих ребят смотреть. Я говорю, посмотрите, как не надо писать. Потому что вы же все пишете ленты, вы думаете, вы прям сразу с копом в Голливуд попретесь. Нет, вы будете здесь, на этом телевидении работать. Поэтому вы должны смотреть плохое и хорошее. А я не могу сейчас вам сказать, что будет рекомендовать. Да? Я тут с удовольствием смотрела много лет «Тайны следствия». Продюсер мне говорит, слушай, ну давай напиши, давай уже писать дальше. Давай ты пиши. Наша сценаристка уже с ума сходит от этих тайн. Я хочу только смотреть. А сейчас прям расстроилась. Думаю, ну что это такое? Ну что это? Плохой сценарий и плохое кино. Вопрос о том, когда мне говорят о том, что ты пишешь несовременное кино. Потому что ты находишь положительных людей, ты пишешь о хороших людях. Это мой принцип. Я и вокруг вижу хороших людей. Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем точно я знаю, что сначала я вижу хорошее и очень редко распознаю плохое. И иногда я думаю, Господи, да что ж такое я за человек? У меня врагов нет. Ну как-то так, я живу, и у меня врагов нет. Это же неправильно. А у меня их нету. Может, раньше были, сейчас нету. Я точно знаю. И поэтому, когда я пишу, я также пишу. И знаете, что я счастлива, потому что вот сейчас мои ребята, ученики, они вдруг, я говорю, я им ничего не навязывала, они вдруг все 16 сценариев написали про хороших людей сами. Не-не-не, вообще. Ну, вообще, вот знаете, вот граница снималась, вот как есть сценарий, а у нас не было времени по-другому там что-то придумывать. Вот как есть, так сразу прям открывался сценарий. Тем более я первая начала писать в американском формате, а для режиссера это одно удовольствие, потому что он все видит. И по сценарию. А Байкар Пыков «Охоту» точно по сценарию все снял. А Петр мне потом перезвонил и сказал, а как же ты вот в «Курсантах» из-за этого зернышка, вот этого овсяного, сделала такую историю? Никто не вмешивался, и Валера не вмешивался, никто. Вот понимаете, это значит хороший сценарист. «Мосгаз» не вмешивались. Андрей мне звонил, Поляков, и говорил, Зоя, там у тебя 15 минут перебора, мы не сократи. Я говорю, а что вы сами-то возьмите, вот то папа, и все сделайте, все режиссеры. Говорю, нет, это твоя работа, не моя. И я этим, понимаете, есть вот чем лучше режиссер, тем он бережнее относится к сценарию. Он его не ломает. А участие съемочное мне были, когда мне этот режиссер уже звали на площадку. Я не люблю. На площадку есть, потому что я вижу какой-то хаос, какой-то... Мне так складно все на бумаге. Кто куда идет, кто как вступает. А на площадке
думаю, как же это все делается? Это... Я всегда говорила, у меня великая профессия. Я могу быть режиссером. Я сейчас режиссер на диване. Во, о, моя профессия. Металл часто ко мне обращался по этому поводу. Зоя, у меня вот это, вот это, вот это. А поезд стоит, а куда они бегут и что делают? И я отвечала, лежа на диване. А перед, вот теперь такой предновогодний вопрос. А ваши любимые новогодние фильмы, которые вы готовы пересматривать? Ну, вы знаете, перед Новым годом что пересмотришь-то? Перед Новым годом только «Ирония судьбы» и «Салат», и «Ты режешь салат». И он не мешает, ирония не мешает вообще. Так ритмичная нож идет. Я бы... «Москва слезам не верит», я вот сейчас прошу ребят своих, чтобы они посмотрели этот фильм. Ну, конечно, не все смотрят, но я очень попросила, потому что это фильм о вечных отношениях. То, что я всегда говорю, когда вы пишете занимательный сюжет, очень хороший, его, фильм смотрят один раз. Когда вы делаете сюжет о человеческих отношениях, фильм смотрят 40 лет и 50 лет. Его будут снова смотреть. Вот поэтому вот я и ребят этому это учу. Я попросила, у кого будет время, посмотреть, от «Москва слезам не верит». Зоя Анатольевна, а скажите, пожалуйста, нам, что бы вы могли пожелать себе, своей стране, кино, зрителям в самых разных странах? Ведь хорошее российское кино, к которому вы имеете самое прямое отношение, это то, что сегодня объединяет практически всех людей русского мира. Знаете, я вот сейчас такие страсти, такие прогнозы жуткие. А я думаю, что... Вот я просто сказала, что, оказывается, удаленка – это благо, потому что мы так классно разобрали все сценарии. Я бы так не смогла все сделать, если бы я приезжала. То есть извлекать пользу из того, что есть, и пользу себе во благо. Я очень многое во благо себе сделала, очень много. И потом вообще не надо шарахаться друг от друга. Ну как, если человек близкий заболел, а ты сбежал там в деревню, на дачу, чтобы только за ним... Ну это вообще ужас. Нельзя. Вот. Чем больше, тем больше вот это человеколюбие должно быть. Ну и 10 лет будем с этой пандемией. Да и ничего, маски другие будем красивые носить, там, кино какое-нибудь. Поэтому ничего страшного, мы должны любить друг друга, и все. И кино нормальное делать. А почему нет-то? Спасибо. Наш эфир подошел к концу. С нами была известный российский кинематографист, сценарист Зоя Кудря. И это был эфир в рамках проекта «Культурная линия» совместно с клубом «Формат А3». Спасибо. Всего доброго. Будем ждать ваших новых сериалов.